Лежит у меня вот такой браслет. Просто цепочка крупная. А тут попались мне на глаза кошки. Подвески кошки. Вот три штуки есть. Одна побольше, две поменьше. И есть две рыбки. Вот я так подумала, думаю, а что бы не сделать браслет с кошками, рыбками. И есть вот такие бусины. Ну что, давайте попробуем, сделаем. Для этого нам понадобятся колечки. Я люблю использовать в работе не круглые колечки, а овальные. Так, надеваем сюда. Девочки, никак не могу доехать до магазина, купить, чем снять. Это не лак, это краска. Так, ну и раздвигать колечки нужно вот так в разные стороны. Не вот так разгибать кольцо, а вот так. Так. Так, одеваем. И закрываем колечко. Ну и так каждый раз. У меня эти подвесочки, с одной стороны рисунок, поэтому нужно следить, чтобы они прям были правильно, чтобы правильно лежала цепочка, и чтобы они все были вот в одну сторону. Ну вот сейчас я еще одну рыбку присоединю, и потом возьмемся за камешки. Теперь мне нужны будут пины вот такие, похожие на гвоздик, без колечка. Берем камушек, бусинку, загибаем ее, отрезаем лишнее. И делаем колечко. Такое колечко. Не до конца его загибаем. И тоже одеваем. И зажимаем. Добейтесь того, чтобы у вас это колечко свободно ездило по цепочке. Потому что если оно будет туго, то будет некрасиво. Будет застревать, торчать, а оно должно свободно болтаться. И теперь также
каждую бусинку. Одеваем, загибаем. Отрезаем лишнее. Одеваем и закрываем. И так каждую бусинку. Я не буду отнимать ваше время. Сделаю все бусинки и вам покажу. Ну что же, вот такой браслетик получился. Девочки, делайте сами украшения. Ну вот не спеша, полчаса, и то это пока бусины нашла, подобрала, пока подвесочки нашла. И ведь ничего сложного тут нет. Сейчас я вам его на руке покажу. Ну, к сожалению, я сама не могу застегнуть его на руке. У меня немножко проблема с этим. Но он вот так смотрится, то есть вот так. Когда он застегнется, это будет вот так вот все смотреться на руке. По-моему, очень симпатичный браслетик получился. Может быть, еще бусинок добавить? Как вы считаете? Сейчас попробую. Нет, мои хорошие. Я попробовала, и получается, что они вот здесь друг на друга наползают, когда по две бусинки. Ну, я думаю, что этого вполне достаточно. Ой, зря. Бусинка. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. И будем вместе с вами продолжать работать, делать украшения. Спасибо, мои дорогие.